И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение, Димач приготовил классные постройки, Димач, поздравайся. Всем привет. А, играет с нами подписчик под классным ником Салли Крамсали. Даже в этом есть какой-то прикол. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, а Димончик нас будет удивлять. Диман, что ты накачал? Рассказывай. Крамсает что-то. А вот не скажу, сейчас будем А вот говори. О, это какой-то рахит-робот. Сегодня ты, Диман, день роботов, да, говорил? Роботов накачал? Да, да. Так. Это ты типа рок. Это типа, пацаны, всем привет. Так, сегодня я вам покажу вот такое вот движение. Не знаю, что-то у него между ног. А, это у него типа как... Это самурай, что ли, или ниндзя какой-то? Ой, пошел. А что у тебя, Диман, с ногами? Да я хожу. Да нет. Я чухаю задницу. У тебя тоже, Диман, музыка играет с робота? Нет. У тебя радио сзади здесь, оно играет. Да? Да. Так, все, я пошел. Чувак, вставай. Ну, чувак. Эх, не может Димон он встать. Блин, давай его поставим обратно, чтобы он ходить умел. Давай, садитесь. Давай я, Димон, сяду. Подожди, а где ты сел? Там сзади, да? О, чувачок какой-то сел. Слышишь музыка? Иди сюда. Такая спокойная, джаз какой-то. Да. Тихо, робот, не психуй. Короче, у него ни пушек, ничего такого нет. Он какой-то багнет. Видишь, какие у него... Так, видишь, я бомбы возьму. Только не взрывайте еще без меня ничего пока, Мишто. Моя любимая, Димон. Да, ребята, кстати, не пишите в комментариях, что мы взрываем роботов, и эти постройки больше не найти. Эти постройки можно найти в мастерской Steam. А, не думаешь, что их больше не найти? Мне просто люди некоторые пишут то, что не взрывайте постройки, зачем вы взрываете постройки. А мы будем взрывать, смотрите, бах, и нет. Это копии построек. О, подожди, тут можно сесть в него, или это просто робот? Не-не, можно просто его завести, давай. О, смотри, это динозавр слаживающийся. Ой, хвост у него стрёмный. У него из задницы что-то вылез. Это антенна, чтобы ловить передатчик. Это радиоуправляемый. Да-да-да, сейчас поедет. Подожди, а что он... Да, еще раз нажму. Так, о, у него что-то раз... А, он как бы в боевого переделывается. Смотри, пулемет и все достает сразу. Полуробот, полудинозавр. Угу. Смотри, я могу между ног пройти. Класс. Вот это достижение. Динозавр. У него сразу хвостик такой классный. Сколько он бомбу держит? А чего он не падает? У него датчики стоят, что ли? Походу, да, да. Смотри, какой ему нос сделал. Ну, падай. Бум. Не, я хочу какой-то управляемый робот. Но это тоже прикольное. О, хвост с колесами. Это Димас Годзилла, если что. Подожди, там можно сесть. Я сейчас сяду. О, Годзилка какая. Ой-ой-ой. Потом, Димас, дашь мне покататься, да? Да. Так, что я могу делать? Не знаю. Давай посмотрим. А, у него датчики стоят, они у меня выравнивают сами. А если тебя ударить? Ух, прикольно, у него вот это пузо открывается. Смотри, стекла тебя выбиваю. Не надо. Давай, робот, я могу лететь? А, я думал, могу лететь. Вася, я тебя чуть-чуть ускорил. А ну, поставь меня на подножку. Смотри, я тебя ускорил, ты теперь быстро передвигаешься. А ну-ка. Он как... А, он старается ходить, но как-то у него не сильно получается. Да. Ну, робот, ну ты какой-то как... пьяный, что ли, пьяный робот. Сейчас, Димас, я его вот возьму, посмотрю, как его тут открывать-то. Так, чпонькс. Салли Крамсали уже сидит в нем. А, слушай, тут бронированное стекло двойное. Он не управляется как-то, он стрёмный. Отлично. Все четко? Да, вон свои пузика сейчас мы откроем. Почухай ему. О, смотри, вроде едет, быстрее, да? Едет. Салли Крамсали едет, да, такой сейчас не замечает, у него нога отвалилась. Опа, она. Что-то там в движке заклинило. О, смотри, кубики остались. Да, такого чуть-чуточку. Так, Димас, робот-скорпион. А, ну, Димон, давай, покажи, что он может. Рессоры есть, ускорители есть. Жалющаяся какая-то... А, это хвост, типа... Да, неплохой скорпёшка. Да, кстати, хорошо, этот устойчивый. Да, согласен. Можно так, его, кстати, вроде апгрейдить.
Давай его улучшим. Тачка на прокачку. Чё, Димас, ты поедешь? Да, я поеду. Ну, а что ты сделал? Поехал, Димас. Ехать, да? Еду. Да. Я без ускорителей просто еду. Ага. Так. А, я когда поворачиваю, у него щупальцы, да? Как бы очень. Подожди, странно. Димас, подожди меня. Да, понял. Так, ну все, погнали тогда. Так ты сейчас упадешь. О, нормально поднимается на дыбы. Смотри, Димон, летим. А ты ускорители включи, ускорял. Ой-ой-ой, они и туда дуют. Надо один, может, отключить какой-то, не? Давай вот этот отключу. Ой-ой-ой, переклоняется, давай, ускоряемся. Ой-ой-ой, ну крабушка, легче. Ну-ка, Димас, смотри, я сейчас кое-что улучшу, попробуй теперь поехать. Сейчас. Поедь, вперед, Димас. Еду. Ничего. Нормально? Нормально, ничего. Давай, останавливайся. Во! Неплохо. Офигеть, а че он у тебя такой быстрый? Что-то там дергается, ломается, ну ничего, это не мешает мне ездить. Со стороны его багает. Тихо. Тихованный робот. Че, Димас, поехал? Да не поехал. А постоял. А ты ускорители на всю поставил? Дима, надо ускорители на всю лупануть. А, он немножко разламывается. Понял. Я любитель поломать что-нибудь. Ну все, Димас, это уже... Мне нравится ставить не впритык, а рядышком. Оно так в одну сторону все откидывает. Ага. Димас, это вообще титан сейчас, ты увидишь титана, смотри. Во, Димон, ничего себе. Это робот Титанфол. Смотри, меня прям задвигает в него. Это робот-боксер. Боксер. Оп-оп, руку так расхаживает сейчас. Я пошел, Димон, прощай. Танк побежал. Сейчас, подожди, стой, я развернусь. Стой. Димас, дай-ка я присяду в него. Сейчас, подожди, я еще проверю все кнопки. Во, одна рука. Угу! А что это у него там? Руки выдвигаются так, смотри. А, просто руки. А, это он бьет, это боксер, робот-боксер. Пух. Вот это у него перчатки тут вылетают, нормально. Так, давай, Димон, вылажу. Перчатос. Смотри, как прикольно сделано. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Димас, я присяду. Ой-ой-ой, чувак, он ты как-то чё? Стрёмно так как-то ведет себя. Во, четко. И поехал. Это у него ролики, что ли? Неплохо. Димон, на одной ноге. Робот. А как ты так? Чувак, успокойся. Опа, побежал. Давай, Димон, он прикольно ходит. Робот-ходунец. Пошел. Руки у него там все шевелятся. Там вроде на 5, на 6 руки выдвигать. На 5, на 6? Во. Только, конечно, у тебя в руках какая-то дудка. Взрыв будет далеко. Я лучше слезу. А то да как? Такое расстояние. А вот так вот. Эта бомба самая мощная является. Да, я ее... Ты ее показал, я в нее влюбился. Она лучше, чем те большие даже. О, это что у нас? Собачка? Это поросенок. А, это... Ой. Давай еще раз, Димон. Я хочу ее улучшить. Давай. А что случилось? А она, может, сама по себе взрывается? Давай последний раз проверим, только не снимай ее с подставки. Ух ты! Там бомба внутри, может? Это ты стрелял? Что? Я ничего не делаю, даже могу убрать пушку. Он сам стреляется. У чувака тоже нету пушки в руках. Оно внутри там стреляет, слышишь? Это Сали-Крам-Сали взрывает, смотри-ка. Ну как? А, нет, это не он теперь. Ну, у него взрывает. В руках нету пушки, это какая-то постройка. Уже тут твоя свинья все засрала карту здесь розовыми фигнями. Видишь, там пушки вот. Стреляют сами. А, когда она видит перед собой кого-то, она начинает взрывать. Смотри. А, все. Это, короче, знаешь что? Это робот самоубийца. Подходит и убивается, короче, понял? Камикадзе. Да, камикадзе, во. Кстати, сюда можно внутрь ему самому бомбу поставить. Можно вообще, Димон, заспавнить постройку какую-то и запустить, чтобы она пришла и сама взорвалась.
О, давай сейчас ему внутрь, короче, бомбу поставлю. Так-так-так, сейчас где тут бомбочка? Шагает хорошо, мне нравится. Ух ты! Ну не нервничай, свинка! Это ты, Димон, на всю скорость сделал? Смотри, Димон, на ноги! Ух ты! Не психуй, свинка, мы добрые. Знаешь, свинья поняла то, что я не убийца, теперь она плывет. Она как водоплавающая. Ой, это кенгуру. Это нет, страус, это страус. Димас. Это страусиное яйцо, погнали. Ничего себе, бешеный страус, Димон. На одной лапе фигачишь. Профессиональный. Так. Может ее ускорить немножко? Нет, а все, ускорение на максимум, Димас, пошел. А, блин. Колеса больше надо просто сделать. А мне интересно, тут вообще можно как-то упасть? Не, вообще нереально, Димас. Нереально. Поставь на подставку, я колеса большие поставлю. Давай. Все, ставлю, Дима. Давай, давай. Вот, смотри. Во, и с этой стороны, давай. А ну-ка. Тюнинг прошел успешно. Ой, надо сначала слезть. Во-во-во, я сейчас, короче, поеду нормально на колесах таких мощных. Так. А, может, они не привязаны, Димас? Надо их улучшить как-то. А, привязать надо. Так вроде надо привязано, так... Димон. Она, значит, не настроены они так. Может, на больших нельзя ездить? А, вот. Надо в другую сторону их повернуть. Все, все, только ты назад едешь. Я понял. А, тихо, тихо, тихо! Стоять! Знаешь, Димон напоминает мне гироскутер. Сигвей чем-то напоминает. А, кто-то движок выключил. Какой-то умник движок выключил. А-а-а. На всю сделал, Димон, все. Угу! Оно аж буксует. Скорость увеличилась или та же? Кто-то движок хуже делает. Все, пошло, Димас, поехало. Ну, мне кажется, оно быстрее ездило или так же. Обстрел. Не-не-не, она быстрее ездила. Колеса, видишь, большие не означают лучше. Да. Она перестает потом ехать со временем сама. Димас, вперед! Ух ты! Наверное, самая, Димон, простая постройка, которую мы видели. Хотя нет, мы видели и проще. Давай, почитаю, кубик просто был. Такое? А, да, это веселая лягушка. Тут сзади кнопка есть. О, это что за скелетон, Димас? Смотри, скелетончик. О, есть. Прикольно. Смотри, танцуй, танцуй. Танцующий робот. Танцующий скелет. Это он что, медитирует? Классно, да, Димас, смотрится этот робот? Да, хорошо, наверное, он полетит тоже, Димас. Ой, от него что-то отлетело чуть-чуть, не. Ой, а что это там, взорвал что-то? Бум! Бум! Видите, как скелет. Миллион запчастей прилетело. Да, отлично. Следующая построечка, это у нас веселый пингвин. Уже смешно. А ну-ка, кнопочку нажимаем. Будка открывается. Та-та-та-та-та-та. Как-то ходит странно. Смотри. Да, он веселый, Димон. Мне кажется, надо скорость увеличить. Веселый? Да, веселый, веселый. Только он падает. Пьяный, ой, веселый пингвин. А как это, сальто на нем крутишь? Ты кнопку какую-то, да, Димон, нажимаешь, чтобы он крутил? Да-да-да-да-да. А какие, что он еще может? Он может кататься и вот так вот паркурить, написать. Далеко. Нет, очень. Беги, пингвин! Ого, такое расстояние! О, блин, пингвин. Димон, одни лапы остались. Лапки, вон висит. Ребята, лайк за взрыв. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!